И это станет понятно уже с того момента, как они выйдут на бортик бассейна. Ну, все это впереди, а сейчас открывает финал белорусский дуэт Анастасия Неханикова и Дарья Новосельская. На предварительном этапе они заняли 12-е место по сумме технической и произвольной программы. Две группы арбитров оценивают выступление дуэтов. 7 арбитров оценивают техническое исполнение и 7 оценивают артистизм. Чуть подробнее об этом после окончания вот этого первого выступления. Синхронное плавание необычайно сложный вид спорта, в том числе и в чисто физическом плане. И вот на выступлении спортсменок не столь высокого класса, как, скажем, дуэт из России, Испании, Украины, Италии, вот видно, насколько сложный этот вид спорта, поскольку приходится все время быть в движении, вот в воде, под водой делать сложнейшие перестроения. Винты, вращения, все это в водной среде, это все требует очень больших физических усилий и такой хорошей тренированности. Тренироваться приходится по несколько часов в день. Ведущие команды могут тренироваться вообще по 8 часов в день, для того, чтобы отработать все до мелочей, каждое движение, чтобы все было синхронно, чтобы идеально выполнялись все элементы. Ну и главное, чтобы эти элементы были сложными. Чем сложнее программа, тем, естественно, выше оценка. Ну и неудивительно, что спортсменки к концу выступления устают и многие не могут даже этого скрыть, и мастерство заключается как раз в том, ведущих дуэтов, ведущих групп, чтобы концовку провести на высочайшем уровне, даже еще на более высоком темпе, чтобы показать всем, как легко дается спортсменкам экстра-класса вот такие сложные программы. Но вот в выступлении дуэта из Беларуси, конечно, много и ошибок было у них чисто технических. И вот то, что я говорил, конечно, заметно устали девушки уже к концу своего выступления.
Ну, сейчас завершается повтор самых интересных моментов выступления белорусского дуэта. И об оценках. Значит, одна группа арбитров, 7 арбитров оценивает технику исполнения. Самая высокая и самая низкая оценка отбрасывается, и 5 оценок идут в зачет. Здесь оценивается вот как раз 40 и 360 тысячных. Это за технику исполнения. И вторая оценка за артистизм. Здесь хореография в первую очередь оценивается. И в районе тоже 40 баллов. Ну, это, в общем-то...